Здравствуйте! Берем самую верхнюю точку пола и делаем растворные маяки по уровню. Процесс пошел. На расстояние в 1 метр у нас перепад в 1,5, а местами и до 2 сантиметров. После установки маяков мы производим выравнивание пола клеем. Почему клеем, а не наливным полом? У наливного пола слишком большая плотность, а у клея маленькая, и клей плохо взаимодействует с наливным полом. Наливной пол хорошо подходит к бетонным покрытиям. А у меня уже сделана сухая стяжка, где тоже плотность маленькая. Поэтому к сухой стяжке лучше всего подходит плиточный клей. После полного высыхания производим грунтовку пола. После чего делаем разметку пола под плитку. Чертим линию и раскладываем плитку по расчерченной линии. Затем делаем подрезки. Подрезки по диагонали можно делать простым плиткорезом. После разметки пола производим ее укладку. При подрезке в труднодоступных местах я применяю лекало из бумаги. Также режу на плиткорезе. Процесс укладки плитки произвожу по стандартной схеме. Thank you.
После окончания работы с плиткой проходим швы пылесосом, затем замываем их, после чего производим затирку швов. Подписываемся на канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Спасибо за внимание.